Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, бесплатно откроем сундук. Так, денежки. Так, зайдем в команду, посмотрим. Так, усиленная турбо, колесный ускоритель, 72 тысячи монет. Кукарику, сиро. Так, ребят, ну, время, конечно, не особо ранний, так скажем, но все равно поздороваюсь. Да-да, вот так вот, друзья мои, до стальки я сижу и еще сидеть буду, а потом весь день, как обычно, буду спать. Так, что у нас тут? Наша команда выиграла, друзья. Наша команда выиграла и... нормально. Так, зимние шины, стартовый ускоритель. Так, это мне не нужно. Блин, я здесь что ли... Ладно, я, наверное, их так открою по-быренькому. Пока есть у нас самоцветы. Ну что, и поехал, пожалуй, я за 23 тысячи кубков. Гонка. Выберем... Нет, не автомобиль, а выберем вид нашего гонщика. Пускай это будет... Ну, давай мусорное ведро возьмем сегодня. Так, и первая наша гонка, я насколько понял, это шахта. Интересно, лихач тут... Ё-моё, нифига. А лихач тут, друзья мои. Жестко, конечно, но все-таки у меня здесь получилось проехать нормально, более-менее. Так, давай-ка, наверное, я вниз поеду все-таки. Оу! Да ш... Прикинь! Вот это да! Был первым, а стал, друзья мои, последним. Здоровски! Упал на какую-то фигню и ничего не смог сделать. Просто не смог на нее заехать. С горем пополам, ребята, я на нее заехал, но... Как ты понимаешь, уже все. Все, ребята, первое место мне здесь не видать. Я очень злой за начало гонки. Пипец. Да. Такого, вот тебе называется, взял мусорное ведро, блин. Действительно, мусор. Просто мусор. Так, лихач-то тут еще наяривает мне, смотри. Как он запарил, а? Ну ладно, гад. Давай посмотрим, что у нас. Хе-хе-хе-хей, кусок дебила. Так ему и надо. Просто дебила кусок. Так, ладно, шпарим, друзья мои. Тут у нас ККМ-ка, я смотрю. Оу! Оу! Офигеть! Он проехал, вот этот вот гад! Как он проехать мог нормально? Спокойненько так заехал. Как вон тот... Я не знаю, ушлепок, блин. Заехал спокойненько, как будто там даже ничего не было, блин. Ты понимаешь? Я, конечно, ребята, в шоке от, вот от этого всего. Этот говнюк еще и заехать умудрился, прикинь. Так, ну что у меня получается? Второе место? Да, ведро. Вот такой ты мурло, скажем так. Так, что у нас там? В пустыне, да? Как всегда, взял не ту, наверное, тачку, ребята. Ну, проверим, может быть. Так, ну здесь, слава богу, пролетели мы эти хибары, домики. Опа, вот здесь вот хорошо, прям. Прям чудно, друзья мои.
Замечательно, хоть как-то мы с тобой урвали первое местечко. Твою налево, блин, первое местечко урвали. Ну ты будешь ехать-то сегодня или нет, ну? Офигею просто, а? Друзья мои, у меня форс-мажор, у меня горючее кончается. Ну, я доехал, конечно, третьим, блин. Тут разбился, я третьим доехал. Ну давай, 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 давай. Блин, тут ты что внизу, я не пойму. Понятно. Что, так вся трасса что ли будет? Ну да, почти. Ну что ж, давай посмотрим, какое у меня, ребята, первое место. Первое место, окей. Так, ну что, кубок шахты. Слушай, мы же с тобой кубок шахты, я помню, последний раз ездили на баге. Давай попробуем, может быть, и здесь как-то у нас получится, а, друзья мои. Фига он подлетел. Ну, слушай, баги хорошо тут едет. Но мне кажется, будь тут противник чуть-чуть побыстрее, у меня бы не было бы шансов вообще, ребят. Хоть мы тут и скачем с тобой, как сайгаки. Такое ощущение, что он меня хочет просто перевернуться. Так, ведро свое потерял, ну ладно. Ведро не, как говорится, не голова. И у нас заключительная гонка. Так-с, перелетим. В легкую перелетели. Так, здесь, наверное, тоже перелетим. Замечательно. Ну и все, друзья мои, вот оно. Первое тепленькое место. Так, кубок аллигатора. Слушай, давай попробуем кубок аллигатора тоже проехать на баге. Так, подожди, подожди, давай вниз. Вот это сейчас, конечно, было круто. Прям торпедой туда залетел, в эту расщелину. Стоит там крокодил. Подлавливает кого-то, но, естественно, не меня, ребят. Но если я не ошибаюсь, именно здесь у нас будет крокодиловая, как она там? Заводь, может так ее назвать, да? На хвост ему приземлился. Где они будут поджидать? По-моему, именно в этих гонках. Хотя у нас, по-моему, несколько гонок болотных. Не, вот они. Нет, не то. Ну ты понял, про какую я заводь говорю, да? Похоже на эту, только там больше крокодилов должно находиться было. Вот она. Есть. Слушай, вообще чуть четенько проехали. Прям без сучка и задоринки. Прям вот великолепно. Так, тихо, не дуркуй, не упади между этими двумя фигами. Ну все, друзья мои, отлично. 9 баллов, высший, как говорится, разряд. Мистический кубок. Ну, мистический кубок мы с тобой, наверное, поедем на нашей раллийной автошке. Хотя, я не знаю, ребята, как тут баги бы себя вела бы.
Я вижу, что противники с крыльями. Опа, я первый. Кто-то даже умудрился разбиться. Черт, идеальный старт, но я продержал кнопку, ребята. Так, он хочет заехать наверх? Пускай едет наверх. Вот к чему приводят, ребята, понты. Он перевернулся. И мне нисколечко его не жаль. Прям не громулечки. Так, ну что, давай дальше. А, так он стартовал из-за ракеты своей вонючей, да, значит? Вот он как, ребят, набирает скорость. Ну, есть. Втроем прям там ехали тютелька в тютельку. Но все-таки, друзья мои, моя тютелька оказалась немножечко лучше. А этот Бен опять со своими выпендрежами. И, друзья мои, мы... Нет. Я слишком, ребята. Хотя... Нормально! Фьюх. Зергут? Ну, это прям великолепно было. Так, магнит. А здесь у нас магнит и ускоритель дым. И, друзья мои, у нас магнитная цепь. Поехали. Так, тихо. Особо, ребят, не газуем. Там надо... Блин, выскочка вылез. Выскочка, я так и не пойму. Да нет. Нет, какой там выскочка? Какое ему там первое место? Пускай хлебнет говнеца. Никаких ему первых мест. Вниз, конечно, вниз, ребят. Конечно, вниз. Смотри, смотри. Фига себе. Ты видел? Я не знаю, друзья мои, что это за параша и где она берется. Но это чересчур круто. Тебе не кажется? Ты видел, как он летел в воздухе? Он нажимал на нее, походу, на нее во время полета, и она ему давала еще какое-то супер ускорение. По крайней мере, мне так показалось. Я не знаю, как оно работает, и, ну, найти-то его, наверное, можно в ящиках каких-нибудь там, я так понимаю. Тихо, есть. Ну, он там бустанулся, да. Бустанулся очень сильно. Так, глубоководное погружение. Ну, опять же, ребята, на раллийном авто я поеду. Опять, смотри, с зеленой фигней, ребят, едет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, слишком рычек ты много взял. Блин, ехал первым, ну там первое и второе место делили. Нет, вот надо было мне... Так, этот парень тоже, я смотрю, пожадничал, да? Ты серьезно? Так, друзья мои... Я уже думал, сейчас разобьется. А, тут уже все, финиш. И первое место, друзья мои. Чувак там разбился, этот там застрял где-то. Великолепно. Просто, ребята, великолепно. Так, миля в пустыне, я, наверное, возьму. Давай попробуем, наверное, вот. Да, тут не надо было слишком высоко подпрыгивать. Ладно, фиг с ним.
Так, а что у нас тут? Нормально. А что, тут опять одна гонка, что ли? Я не могу понять. Фу! Как так? Я же, ребята, специально... Зашибись, я специально передом звезданулся, но он, видимо, упал или что, или я не пойму, как он сделал. В общем, разбился он. В дребодан причем, ребят. Ну, пришлось немножечко сдануть, чтобы на финиш заехать первым. Вот это вот, конечно, вот это вот не в тем, ребят. Есть. И здесь я его уделал, хмыря этого. Чтоб он на отвертке на этой, которая там на земле лежала, проткнулся все колеса. Нет. Да что ж с машиной-то? Ребят, мне нельзя больше взрываться, иначе... Есть. Прикинь? Да, было круто. Так, столичный кубок. Слушай, столичный кубок я, наверное, поеду на суперкаре. И только я беру суперкар, сразу все ребята с суперкарами. Ну, прикинь? Так, не надо мне сюда залетать. Кто-то тут даже с крыльями. Есть. Это же маслкар, да? Да, это маслкар, который я, друзья мои, порвал. Давай, лети. Так что, в плане, он еще и заехать умудрился. Так, ну баги-то понятно, ребят. Ной там этот заехал. Еще бы баги не заехало бы, да? Все. Так, друзья, и последняя гонка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пробуксовочку я дал, ребята. Пробуксовочку я дал. Я вот не знаю, что если вот вместо, например, колес тут поставить, например, монетный ускоритель. Заехал? Блин, я специально сбросил скорость. Я думал, не заедет он, друзья. К сожалению, точнее, к счастью, заехал. Но, к сожалению, я кнопку не стал жать дальше. Это моя шахта. Я что, дурачок? Рей, ты что сделал? Это моя шахта, я поехал на суперкаре. Ё-моё. Во что это сейчас выльется? Ну вот, вот во что, ребят. А этот хмырь перевернулся все-таки, а? Я думал, что мы вместе с ним тут на крыше поваляемся, но нет. Я на самом деле, ребята, рассчитывал перевернуться. Почему я и стал разгоняться. Оно не фартануло. Зато здесь отлично проехал. Так, ладно, но это только лишь одна гонка. Нам надо... Слушай, нам надо и первую гонку, и вот эту гонку сейчас тоже занимать первое место. Иначе... И то мы можем, даже если займем первое место, оказаться вторым. Так что... Вот видел как? Вот я специально, ребята, стал сжать вперед. Я думал, если перевернется, на худой конец мы с тобой сможем... Кульбитом обратно встать. Но первое место отлично. Так, ну что, друзья мои, грязное ралли. Грязное ралли. Давай на байке попробуем. Не самый, конечно, лучший вариант. Ай,
Ай, фуфлагонщик ты, ё-моё, взял тоже мне. Ты видел вот эту штуку зеленую, блин? Он впрыскивает ее и... Ты посмотри на его скорость. Зашибись. И ты его фиг догонишь. Вот в чем проблема-то. Бедный мой байк там, я не знаю. Нет. Да что ты тебе... Да как он в воде-то, блин, перевернулся, дебила кусок, блин. Я же специально же, блин, нажимал на этот. Ребят, я не могу понять, он не встает на колеса. Он на колеса не встает, я... Сделаешь 6 поворотов на скутере. Я специально, ребята, проверял, нажимал на кнопку и ничего не получилось. Пш. Зашибись. Блин, как вот мне не хватает этого здесь нитро или еще что-нибудь такого. Чтобы не чувствовать вот этой вот суперскорости. А мне хочется, ребята, суперскорости почувствовать. Это там... Байкер, я смотрю, в воздухе крутит кульбиты-то. Я без кульбитов здесь всех сделал. Так, а у нас тут новая раскраска будет, да, я смотрю? Восхитительные диверсии, ну, тут понятно. Вот смотри, ребята, тут у нас даже лихач есть. На восхитительных диверсиях. Нет, это не то. Че, он выжил, что ли? Не вздумай. Ну ладно, хрен с тобой, если ты заехал, блин. Есть. Первым. Первым, друзья мои. Даже лихач помощный здесь не помог. Так, ну что ж, давай дальше тогда. Ну, я смотрю, мы тут соревнуемся, кто? Я и Маслкар. Повторяет, блин, за мной, прикинь, все. Просто повторяет за мной, и все, ребята. Там же сбрасывает везде это. Просто он чуть-чуть по скорости выигрывает, да и все. И я без идеального старта рванул. Здоровски. Колесо прошиво, ребята. Просто паршивое колесо. Да иди ты там. Ну и что у нас получается? Второе место, ребята. И опять шахты. Слишком много шахт, я тебе скажу. Слишком, ребята, много шахт. Что-то сегодня у нас. Вот сегодня очень было много шахт. И два раза, по-моему, повторялось у нас ну, этот, завод. Прикинь. Прикинь, чувак на хилл-климбе там. Так. Вырвались я и ККМ-ка. Ну, я первый. Я, друзья мои, первый. Так, ладно, сейчас посмотрим. Слабоваты. Духи слабоваты. А у меня все пучком.
Я нормально заехал и нормально еду дальше. Опа. Ну вот, друзья мои, то, что веришь рак. Так. Тихо ты, не перевернись, дурачок. Ну и все. Да, на баге можно, ребята. В плане, что зависло? Главное, Виктори и зависла игра. Что-то какие-то подлагивания, ребята, я чувствую. Ну что, кубок путешествия я, наверное, тоже попробую добить на баге. Да что такое-то, блин? Зашибись, я так играть не могу, ребята. Ты посмотри. И непонятна причина этих глюков, блин. Ни с того, вообще ни с сего, ребят. Какой я третий? Зашибись. Но это, ребят, не моя вина. Вот серьезно тебе говорю. Это потому что, блин, не знаю, уровень баговал или игра баговала. Ну ты видел все сам. Прекрасно. Ну вот здесь же нормально едет. Ни глюков, ничего. А там, блин, глючило все, блин. Так что вот так, ребята. Идеально. Ну что, последняя третья гонка у нас. Че там запшикало, я не понял. Есть. Ну вот и славненько. Так, берем. Взяли. Да, друзья мои, новые. Ох, какая раскраска. Отлично смотрится. Ну что, друзья, я сегодня не буду делать командные вот это все. Потому что уже время позднее. Вот единственное, что результаты какие-то. Ну давай гонку одну сделаю. Закончено. И чего? Так а что они хотят, чтобы я это сделал, я не могу понять. Проехал. Еще меньше. Я не понимаю. Недостаточно баллов. Сколько у меня баллов-то? У меня баллов вообще нету. Ладно, дорогие друзья, на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.